США готовы сотрудничать с новым правительством Мексики. Вашингтон рассчитывает на сотрудничество с мексиканскими властями по всем аспектам отношений. Госсекретарь США Майк Помпео заявил в четверг, 22 ноября, что Вашингтон готов сотрудничать с новым правительством Мексики для решения миграционных проблем, в том числе путем создания рабочих мест. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента. «Я рассчитываю на сотрудничество с новым правительством Мексики по всем аспектам наших отношений, включая изучение возможностей для стимулирования создания рабочих мест в регионе, в том числе на юге Мексики, в интересах правительства и народа Мексики», говорится в заявлении Помпео. Глава Госдепа подчеркнул, что караваны мигрантов, которые сейчас находятся на территории Мексики, не будут пропущены на территорию США. Напомним, новое правительство Мексики будет сформировано после 1 декабря 2018 года, когда в полномочия вступит избранный президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. По последним данным МВД Мексики, на границе с США уже сконцентрировались 5-6 тысяч мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Часть из них вернулась на родину или решила остаться в Мексике. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.